Всем привет, это игра в Идея Саги, и я хотел поснимать видео, я хочу снять, ребята, уберу все это, мне не нужно. Так, и я буду снимать видео, про третьей части, и будет он третья часть, и я надеюсь, что мы набрали 26 просмотров, я хочу. Я выпущу третью часть. Ну, будет, наверное, жесть третьей части. И я хочу, поэтому и... Мне новый подписчик, это... У меня 47 подписчиков. Я хочу увидеть это, ребят. Вы спасибо, что вы подписались. И вот комментарии, но... Кто-то разбивает робот. Так, я должен... кто-то напишет еще комментарий. Вот он, Слава. Да, вот он, Слава. И фотографии. О, дата регистрации 23? Серьезно? То есть 4 подписчиков? За это он набрал? Ребята... И спасибо за это, но мы приступаем. Ребята, мне звонит сиреноголовый. Что? Это сиреноголовый? Мне звонит. Нужен на один звонок на устройстве. Вот он, у него номер. Это какой-то странный уже. Другой номер у него 753-177. 77. Так, вот он. У меня звонит, давайте ответим. Отдай нам канал, чтобы у нас было. У тебя канал никогда не будет. Что? Отдай канал и на синк. Ха-ха-ха-ха. Что? Отдадим тебе. Никогда не дал тебе, понял? Если наберешь, как посмотрим, ты будешь давать мой канал. Вы серьезно? Это пранк сказал. То есть он сказал... Я, наверное, других видео рассказывал, что мне позвонит телепузик, и они сказали, чтобы... Они говорили, отдайте мой канал. Ребята, вы поддержали меня, и против репузиков нету. Вот он, сиреноголовый, фотография есть. Блин, дурак, он слышит, я не сбросил, я не знаю, какое устройство. Вызов завершен, давайте сбросим. Это было не очень так и страшно. Ребят, мне кто-то звонит. Давайте ответим. Опять нам звонит. Да что же такое? Алло? Что это за звук? Не работают функции? Ребят, вы его слышите? А что если он уже здесь и придет к нам? Что? Ребят, вы его знаете? Напишите комментарии. Все, он сбросил. А видеозвонок я хочу. Как же он выглядит? Наверное, это пранк на самом деле. Он покажет нам сиреноголовый. Или я не знаю что. Ребят, а что если это он? Не важно. Да что тебе надо, сиреноголовый? Что он хочет? Ребят, если он еще раз позвонит, я ему не буду отвечать. Я третий раз уже мне звонит. Давайте ответим. Чего не слышит? Ребят. Чё? Кто это? Ребят, а что если он пришел и что-то происходит с вещью? Давайте сбрасываем. Но не получилось, функция не работает, ребят. Я так ошибался.
Чё? Кто? Кто? Я сейчас вам это покажу. Так, ребята, вам плохо видно, смотри. Так, вот он, это собака, Бетти её зовут. Она красивая такая, да? Мне надо разбираться. Она женская. У нас девочка вот такая собака. Она бельгийская овчарка вот такая, блядь. Смотрите, посмотрите. Вот она лежит. Но кто-то за мной преследует. Чё? Ты знаешь, что мне делать? Ребята, что если это... Так. Сейчас. Чё? Ай, чёрт возьми, это... Духа, да, разгрузивчий-то он. Чёрт. Чёрт возьми. Ребят, если мы наберем 25 просмотров, я сниму, что происходит. Если он у меня похитит, и будем на площадке, то я, наверное, буду записывать. Я не знаю. Или он мне удается сбежать. Куда он оделся? Чё? Ребят. Мне не кажется, что он ко мне пришел. А? Ребят, я же страшно. Это не спешно. Ой, я чё? Ау, не знаю.